Так, доброе утро, ребята. Где-то проснулся Аллы, где-то нету. Иду смотреть, куда она побежала. О, привет, а ты что делаешь тут уж? Ох, молодец. А ты что так рано встал? Молодец. Я думала, почистил ты рыбу. Скажи, молодец. Да молодец же, конечно, молодец. Я просто... Надо банки где шукать. Я не знаю, где их уже шукать. Сань, сейчас банки нигде не купишь, а у нас с тобой... Ты что, банок валом везде? Где? На базаре. Где ты бачишь? А в Фозе? Нема банок у Фозе. Все это... Ой, ты шпион! А я думаю, ты разговариваешь монотонно, то я и с тобой и разговариваю. Ты же видишь, посмотри, я почистила ведро рыбы, у меня нема нигде ни этой, ни лущины. Сейчас вот это чищу. Сегодня хочу попробовать засолить икорку. Уже наделась жареная икра. Она такая же, видите, маленькая. Это же такая рыбка, что манюсенькая. В ней пальчиком вычищаю, видите, чистенькая. Потом вот это все промываю. И такие тушки с этих тушек сегодня нажарю, потому что мы так с удовольствием поели жареную рыбу. И котлеты все с удовольствием поели. Ну, просто что... Ну, видите, как этот. Голову мы выбрасываем. Плавники все я срезаю, они не нужны. Это же для себя. А вот это все Саша прикапывает. Видите, раз вот так вот. Ну, ты внутренности не показывай, потому что там все мне пишут, как я рыбу живую убивала. Как будто бы люди... Я пишу, что люди добрые, кушайте манку. Да пускай пишут. Не-не, я просто говорю, что кушайте манку, не кушайте. Конечно. На это не смотрите. Травку щипайте. Травку, да. Это такое дело. Бог создал его для того, чтобы... Я уже гречку сварила сейчас на завтрак, Сань. Молодец. Так, что, молодец. Так, давай, потому что я проснулся, а у тебя еще не чищенной рыбы сколько. Саша, сейчас я поднажму сейчас чуть-чуть. Да. Сейчас поднажму. Я думала, сколько времени? Еще 8:30. Я думала, ты еще поспишь. У меня тушки гречка. Я пока себе помыла, пока следила за ней, там же доливала. Видите, все в одном движении. Ничего тут сложного нету. Ведро рыбы мы поймали, я ее все вот это перефигачила. Без проблем. И чистенькая она, видите, как хорошенькая. Сейчас я его перемою, помою на тушечке и все. Головы мы не используем вообще. Я уже говорила, если на стол рыбки пожарить, для себя мы даже и головы отрезаем. А так, конечно, обязательно удаляйте жабры. Обязательно, потому что вкус рыбы совершенно другой, если... Ну, даже так если вы... Понятно, она же и горчит. Даже если вы не кушаете, да-да-да. Ну, потому что это... Вот Серега наш сосед, он не вынимает. У Саши родители тоже не вынимают. А мы вынимаем. Серега сидит, долбается ножиком. Говорю, Сереж, купи ты ножницы, хоть какие-нибудь. Раз, два, и все готово. Без проблем. Икра разного цвета почему-то в рыбы. Непонятно почему. Одна, смотрите, какая желто-горячая. Ох, плохо взяла. Она такими мешочками прямо отрывается. Видите, как отличается. Вот с этой икры сделаю сегодня. Засолить попробую. Надо, конечно, ее отделить от мешка как-то. Ну ничего, подумаю. Так, хватит тебе шпион снимать уже. Так, ладно. Начал снимать это, то ладно. Вот, смотрите, видите, полная миска. Это я сделала отсечка, это для жарения. Вот я взяла на сито, выбросила икру, помыла, пусть стекает вода. И сейчас мы завтракаем. Гречка, котлеты, икра. И давай сейчас мукбан сделаем. Саня. Ну, давай, консервы. У нас вчера мы открыли. Не хватает банок для консервы вообще. Просто, понимаете? И вот это, Саша, тоже вроде бы, смотрите, уже не такую полную делаю, и все равно подтекает. Крышки Г. Видите, вот такая вот должна быть неполная банка, что, видите, горлышко просвечивается. Вот так, вот так должно быть. Так, давай сейчас на тарелочку. Мы просто вчера это, смотрите, как она смотрится, консервочка эта. Это мы вчера партию делали, вот это что стоит. Мы с каждой партии с Сашей пробуем. Ну, мукбан же должен быть не такой. Сейчас сядем и будем есть, и будем пробовать. Сейчас я насыплю. Я высыпаю всю тарелку, всю баночку. Видите, какая густая.
Давай, 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 давай. Потому что не переживайте, это опа. Вот, с пол-литровой банки получается, посмотрите, сколько. Видите? Вот такая, без света, без ничего. У меня свет сейчас выключенный. Посмотрите, какая она красивая, умеренно жирная. Я знаю, что у вас сейчас течет слюна. И я не делаю маленькими кусочками, вот такими, как там нарезаны. Сейчас будем пробовать. Так, извините, я буду на себя направлять, потому что Саша говорит, только проснулся, а не брытый. Ну и что? Алло. Ну, дивись, а естественно, вот так и стоит, правда? Я думаю, что хай вот так стоит. Саш, ну все, давай, мукбаним будем. Мукбаним рыбу. Ну, мы не будем дуже пляти. А чего ж мы хлеба не взяли? Вообще-то надо мукбанить с хлебом. Все рыбу, которую я готовила, очень вкусно. Но попробуем эту. Вот такие куски, смотрите, большие. Подливки побольше. Этот раз я сделала. Ну, пробуем. Сейчас, смотри, у меня что-то слюна потекла. Смотрите, какая тушеночка. Это я лучок, потому что выжариваю. Знаешь, пока рыба, что ее пробовать? Тихонько надо. Тихонько. Никто не видел. Наоборот. Ну, мне очень холодно, потому что в холодильнике было. Желающих много. Костей вообще нету, ребята. Ай, какая вкусная подливка. Это вообще... Я подливку просто... Вот этот раз я три луковицы там последние почистила, теперь мороженое. Я когда обжариваю... Ну, вы видели, посмотрите видео, вам будет видно. Я знаю, что сейчас вот 99% скажут, дайте нам кусочек этого. Вот это вкуснятина, да, вкуснее всего. Но вкус тушенки зависит от вкуса подливы. Подлива очень вкусная. Ага. Видно по роже. Очень вкусно, ребята. Очень просто. Шикарно. Так что вот такая тушенка. Подливка замечательная, рыба чистенькая, все знаю, что делаешь. Ну, уже следующая партия, увидите, зажимы ждут, так что все, приятного аппетита. Вот так мы завтракаем сильно. Мы только попробовали, а то вы подумаете, что мы все съели. Нет, ты сейчас накрой крышечкой. И на обед будет рыбка блестящая. Санька уже, видите, он кто первый поел, тот посуду моет. А я еще рымыгаю. Чай такими бревнами, не знаю, с чего его делать. Честно говоря, египетский чай вообще не понравился мне. Какие бревна, что? Вообще караул. А вы же позавтракали. Боже, капица. 95. 5 килограмм просто приблюцовалось. Шоколадки, хлеб. Вот все. Порции такие. Надо уже начинать, Надя каже, надо худеть до пляжа. Уже надо начинать, если худеть, то уже вот сейчас, даже уже немножко опоздали. Так, ладно, давайте, потому что много работы. Ну что, следующий мукбан наступает. Смотрите, как я пожарила рыбку. Вот жарите так тарань, делайте вот такие насечки через сантиметр. Она хорошо вжаривается, много растительного масла. Настолько она вкусна, что я вам не могу передать. Не хуже какой-то там дорогой рыбы, не хуже. Ну и опять-таки, вот уже подготовила для следующей партии мукбановой тушенки. Все, сейчас заканчиваю, часик. И опять едем на воду, потому что последние денечки. Все, мои хорошие, до свидания, до следующего мукбана.